Зовсім зараз буде спілкування з Валерією Новодворською, але ж повідомлення для вас. Ми мали дійсно поспілкуватися наживо в прямому ефірі, але наш редактор Ірина записала це інтерв'ю сама. Тобто зараз це інтерв'ю буде в запису, воно дуже цікаве, воно буде розповідати, я знаю, перше питання, яке поставила Іра Валерії Новодворській, принадлежить ли Крим Росії як ісконна русская територія? Ось таке було питання. От що відповіла пані Новодворська, будь ласка. С точки зрения агрессора, любая территория, которую он может безнаказанно захватить, является его территорией, а оправдания всегда найдутся. Украина имеет неотъемлемое право на Крым, потому что так решили крымские татары. Они свой выбор сделали, это была их земля. Россия никогда не владела Крымом по иному праву, кроме как по праву завоевателей. А крымские татары с самого начала, еще в 92-м году, сказали, что они хотят быть вместе с украинским народом, такой же жертвой советского тоталитаризма, что они никогда не объединятся с Россией, наследницей империи зла, которая перед ними даже не извинилась. Это не было референдумом, но это абсолютный моральный императив. Так что, тем более, что российские демократы очень немногочисленные, но чье мнение единственное здесь весомо, сказали, что Крым – это компенсация за Голодомор, за угнетение в течение столетий, за подавление всего украинского, за русификацию, за Украину, за Петра, за Савдепию, за раздел, за депортацию, по сути, всей Западной Украины после 45-го года. Так что Россия не имеет в Крыму никакой части, никакого права, кроме права подкованного сапога и права оружия. Ось так прокоментувала ситуацію, але далі питання о том, була ли анексія Крима з планірованої акції ілі реакції на Майдан. Послухаємо думку Валерії Новодворської. Це попытка воспользоваться ситуацією. Довольно удачная попытка, потому что Россия бесчестно и подло использует то, что когда-то Украина согласилась быть безъядерной зоной, сдала ядерное оружие. Степан Хмара, депутат, был прав, когда говорил, что ядерное оружие нельзя отдавать. И то, что сейчас Россия делает, она сделала, конечно, под шумок, воспользовавшись тем, что можно растащить Украину на части, ну, довольно большое количество совков в Крыму, не русских, это не русские, это совки. Вот оно позволило ей это сделать и организовывать провокации по всей восточной границе. Это попытка взять то, что плохо лежит. Сколько Россия сможет, столько она и откусит. Ну и цікаво, що вона відповіла на наступне питання. Що должна сделать українська власть сьогодні? Надо отдавать себе отчет в том, что Украина в состоянии войны. Россия объявила войну Украине. И не надо запаздывать с выходом из СНГ, потому что иначе получается, что Крым – это по обоюдному соглашению. Понятно, что Украине не хватит сил
надо денонсировать договор о Черноморском флоте, потому что иначе получается, что он там находится на законных основаниях. Надо разорвать дипломатические отношения, то, что сделала Грузия, и визовой режим совершенно не обязательно ввозить. Здесь главное разорвать дипломатические отношения. Иначе получается, что вы согласны с агрессором. Вместо визового режима надо сделать свой список Магнитского. Все депутаты российские, все правительство, весь Совет Федерации, все деятели культуры, которые это поддержали, все функционеры режима, все чиновники. Вот составить такой списочек и держать его в Борисполе, держать его на таможне. Ну, а рядовые граждане к родственникам пусть, естественно, ездят. Мнение Путина – это мнение обезумевшего от безнаказанности наследника Сталина и Гитлера. Это не наш современник. И считать, что его, с его мнением следует считаться, ну, это означает, что просто солидаризируется с агрессором. От цікаво, чи погодиться українська влада з Новодворською про те, що вона сказала, що потрібно розірвати всі дипломатичні стосунки з Росією. Чи зробить вона це? Тому що безвізовий режим, в принципі, не такий важливий. А от дипломатичні стосунки, дійсно, зараз, на даний період, вони несуть якусь певну вагому внесу. Дипломатичні стосунки – це економічні стосунки. Економічно Україна і Крим пов'язані сильно, не говорячи вже про Україну і Російську Федерацію. Тут же питань багато. Так? Як буде це майно повертатися? От представники банків, там серйозно. Люди ж набрали в Криму багато кредитів. Зараз українські банки знаходяться в Україні. Крим теж Україна, але вони не хочуть виплачувати ці відсотки і тіла кредитів. Це майже 2% від загального кредитного портфелю України. Великий обсяг кредитів. От про це ми також будемо сьогодні говорити. Олександр Сугоняко, голова асоціації, президент Асоціації українських банків, буде в цій студії. От, дякуємо Валерії Новодворській за це інтерв'ю. Знову ж таки, мені не зовсім легко іноді розуміти те, що вона говорить, бо скільки це дуже розумна людина. Друзі, і смс-повідомлення. Знаєте, які смс-повідомлення нам стали надходити? Ви не повірите, але нам надходять смс-повідомлення з Російської Федерації. В Москві іронізують, як Путін поймав всіх. Ваш дитячий садик уже надоїл. От номер, я серйозно вам кажу, номер Російської Федерації. І оце ж про кухонні наші розмови, це теж номер з Російської Федерації нам написав. Значить, ми вам не набридли, друзі. Продовжуйте слідкувати і продовжуйте писати, росіяни. Ви нам також подобаєтесь, ми вас любимо. Дочекайтеся, ми повернемось.